единственный человек, который знал, куда нам идти, исчез? Если это правда, то теперь мы точно... Нашли его! Это не воспоминание, это его подсознание. Я потеряла след, когда он впал. Эйприл! Эйприл, мы тебя не слышим! Он приблизительно в 1000 раз чуднее, чем обычно. Дай мне еды! Дай еды! Ашакаю! Кого ты назвал чудным? Друг, успокойся, это же мы! Ха, а ты бываешь спокоен! Мне нравится сердитая версия Микки. И его раздражающая сторона. Вот еще! Я забавный парень! Баз-баз! Ты поможешь нам найти истинного Микки? С этим не поспоришь, баз-баз! Пицца-цца! И как нам угадать, кто из них внутренний Микки? Сердитый, обжора, чудной. Все это разные стороны личности Микки. Серьезно, вас тут слишком много. Нет, но я могу прочитать для вас рэп. Умоляю, нет, только лучше не это. Стоит. Микки, не надо этого делать. Эй, вот что, братцы, найдите внутреннего Микеланджело. Где-то внутри нас и сотрут мозги его. Команда наша без него ничто. Поторопитесь, пока не поздно. Юные мутанты, черепашки-ниндзя, прошу, мои, распутайте мысли. Найдите центр моей психики, чтобы найти внутреннего Микки. Я жую всегда, моя слабость еда, но это не беда, я настоящая звезда. Я смирным кажусь, но я вечно злюсь, от ярости своей заболеть боюсь. Нет, это невыносимо. Ха, центр моей психики. Думаете, это значит... Его воображение. Воображение Микки. Пароль. Пицца! We'll be right back.
Mm-hmm.